Тот самый рецепт McFlurry. Я попробовала много разных, и вот он идеальный. Холодные сливки взбиваем миксером до загустения. Продолжая взбивать, добавляем сгущенку и взбиваем еще пару минут до вот такой консистенции. Перекладываем массу в кондитерский мешок с любой насадкой и красиво отсаживаем. Украшаем любым топпингом, у меня крошка печенья, и убираем в морозилку на 15-20 минут. Это вкуснее, чем в Макдональдсе.